ЧП в Бендерской школе. Последний урок девятиклассники сорвали. Во время занятия один из учеников достал перцовый баллончик, нажал на кнопку. Газ распылился, но никто из школьников не пострадал. Позже выяснили, баллончик в школу принесла одна из учениц. Дала посмотреть одноклассникам. Те решили проверить, как работает аэрозоль с перцем. Пострадавших нет. С данными несовершеннолетними была проведена беседа, а также было разъяснено, что данный баллончик газовый может вызвать ожоги глаз. Случайность или детская шалость? Разберутся сотрудники по делам несовершеннолетних, а родителям подростков придется заплатить штраф.